Девочки, а кто мне скажет, как заставить себя работать, когда у тебя на даче качели? Ты выходишь утром пить кофе на качели, ты в обед кушаешь на качелях, после обеда ты лежишь на качелях, и ты не можешь пройти мимо качели, не покачавшись на качели. За сегодняшний выходной день, в который мы приехали, ну, как бы, поработать на дачу. Да, нам Надька там Дианку немножко привозила, да, они вот. Они уехать не могут, потому что у нас качели. Так вот я к чему. Качели – это зло. Надо было сначала все сделать на своем дачном участке, а потом покупать качели. Потому что с этими качелями мы ничего не делаем. Мы качаемся. Так? Вот так и живем. Работы конь не валялся. А мы качаемся. Доча. На одних качелях покачали. Ой. На одних качелях покачались. Теперь на других качаемся. Так и живем. Прикачиваясь. Да. Кто здесь такая? Красиво жить не запретишь. Тут капец. Да, скажи. Да качайся, бабуля, хоть закачай. Ой, тибузибой. Ой, тибузибой. В общем, бежать. Ищу силу и воли, чтобы начать делать бордюр. Я уже сходила за лопаткой, сходила за ведерком, потому что надо выковыривать тот песочек. И снова присела на качелю. Теперь я понимаю, что надо выпить кофе. После кофе надо полежать, посидеть, подумать. Качели – это зло. Капец.